Николай Николаевич, примите поздравления с победой в этой серии, в этом матче. И ваши впечатления от игры, от серии, от противостояния и вот какие эмоции испытываете в данный момент? Эмоции положительные. Игры были достойные. И нам, ну, честно говоря, мы очень сильно старались, очень бились хорошо. Но все могло повернуться в другую сторону. Нам повезло. Что не повезло сопернику, повезло нам. Поэтому здесь это с одной стороны. Но с другой стороны, как я говорю, здесь что они, что мы, обе команды заслуживали победы. Повезло нам, значит, хорошо. Значит, мы заслужили. У вашей команды впереди полуфинал. Вы уже выполнили задачу на сезон или чем выше, тем лучше? Аппетит приходит во время еды. Задача на сезон, она как и у всех, победа в каждом матче. И раз Господь Бог распорядился нам пойти дальше, значит, будем стараться, будем биться. Поэтому так. Но, опять же, радость как таковая, она есть, что мы прошли дальше и будем играть. Но есть и печаль, потому что я вижу несовершенства, которые у нас есть, и нужно над этим работать. И будет тяжело. Нам будет тяжело. Андрей Владимирович, ну, наверное, сегодняшняя игра, эта серия вообще сложилась не так, как хотелось. Но если можно, подведите, пожалуйста, краткий итог игры, серии и, может быть, итоги сезона уже. Ну, игра сложилась так же, как и все другие игры этого плей-офф. Сложилась очень ровно, очень нервно, скажем так. Значит, сопернику где-то больше такой хороший бросок все решил, один бросок, скажем так, даже все равно без особой ошибки. Но в общем, как бы то, что есть, то есть. Мы старались, бились и всю серию, и весь сезон. Только слова благодарности всем ребятам, потому что они делали хорошую работу, они по-настоящему выросли за этот сезон, сделали все, что в их силах. Очень хорошо потрудились, сыграли очень много действительно хороших игр по сравнению с тем, что было в начале сезона, очень сильно прибавили. Поэтому я в любом случае доволен нашей работой этим сезоном. Значит, ну, если Богу так угодно, значит, мы досрочно как бы его закончили. Но в любом случае мы не просто так как бы провели это время. Мы сделаем определенные выводы. Мы обязательно подскажем вышестоящему руководству, кто из ребят провел себя наиболее хорошо. Я уверен, что их ждет хорошее будущее. Они молодцы. То есть, если сравнивать с прошлым сезоном, опять же, главное, что получилось у команды, это добиться прогресса игроков, и чтобы они в будущем тоже прибавили. А в прошлом сезоне также большая группа игроков проявила себя, поэтому мы очень рады, что они выступают на уровне МХЛА очень достойно. Это, в принципе, и является целью, но в любом случае в прошлом году мы сыграли меньше игр, у нас было больше тренировочного времени. В этом году мы где-то больше через игровую практику. Здесь у нас было больше ребят, которые не были на ведущих ролях в школе. Здесь им надо было немножечко вот этот вопрос улучшать. Я считаю, что мы добились того, чего мы хотели. Некоторые ребята, я как бы по фамилиям не буду, конечно, сейчас говорить, но на самом деле очень хороший прогресс сделали. И все, дальше в их руках. На самом деле останавливаться нельзя. И сейчас какой-то почивать на лаврах, наверное, тоже не стоит. Как бы этот уровень, это достаточный уровень для их возраста. Но сейчас надо все равно смотреть вперед, продолжать какие-то шаги там делать дальше. Все зависит больше от руководства, конечно, как они будут смотреть на все эти моменты. Но в любом случае свою часть работы мы сделали достойно. Вот мое мнение.